Всем приветики. Я играл в CSGO долгое время и наконец-то дошел до того момента, когда получил 40-й уровень. 40-й уровень, он дает возможность получить медаль. Вот у меня сверху пишет «получите медаль». И у меня есть медаль за службу в 2020 году. И она выглядит просто белой медалью. Вот таким вот образом. Я уже ее получил, но если за год ты еще раз получаешь, ну, прокачиваешься до 40 уровня, ты можешь уже улучшить эту медаль. Изначально, если у тебя нету медали, тебе ее дадут. А потом, если ты за год еще раз получаешь, то ты сможешь ее улучшить. Вот сейчас она у меня беленькая. Нажимаем «Получить медаль». И она стала зелененькой. А, она даже еще не стала. То есть можно просто закрыть. И ничего не делать, и дождаться 2021 года, и нажать, и сразу получить. Но я лучше улучшу, пускай она будет такая красивая, зеленая красивая, чем белая. Если вот взглянуть, белая не очень. А зеленая поприятнее будет. Да, улучшить. Все, дата выпуска 27 ноября. И теперь у меня уже медаль будет зеленая. Все, вот она зеленая. Как по мне, зеленый выглядит намного красивее, лучше, чем белый, и намного приятнее. Если у кого-то удастся и третий раз за год прокачаться до 40 уровня, то можно будет ее еще улучшить. Тогда, может быть, там будет какой-нибудь фиолетовый цвет или розовый, не знаю. Но у меня удается только один раз. Один или два раза за год прокачаться. Поэтому у меня либо она белая, либо какого-то другого цвета. Вот. Таким вот образом, дойдя до 40 уровня, можно либо получить медаль, либо прокачать медаль. Медаль за службу. Вот. Как-то так. Ну, на этом все. Всем покедова.